Курица не птица, пенсия не деньги. Чё пахнет-то, а? Ну, запах откуда-то? Я еще жив. Господи, да я знаю, я утром проверяла. Но... Лида, да. Ты не видела телефон? Да не видела я твой телефон. Чем пахнет? Ну-ка. Чё, думаешь, я трезвый, не могу телефон потерять? Просто странно. Помоги найти, а? Сейчас я все брошу, буду телефон твой искать. О, спасибо, родная, спасибо, моя любовь. Я тебе посплю пока. Да я пошутила. Сам ищи. Такие шутки. Да где же они, а? О, Господи. Дед, таблетки для слуха ищешь? Не, таблетки для слуха ищу. А в чем проблема? А? В чем проблема? А я их не вижу. Надо таблетки для зрения выпить. А как называются они? Я не помню. Надо таблетки для памяти найти. Сейчас помогу тебе, горе луковое. Давай, помоги мне, луково горьское. Сережа, иди пельмени полепи. Я не могу, у меня руки не липкие. Ты от маски уже научился лепить, иди пельмени полепи. Так, стоять. Я не поняла, ты что в куртке ходишь по квартире? Это рубашка. Но я же вижу, это куртка. На ценнике было написано «рубашка». А если бы на ценнике было написано «штаны», ты бы на ноги напялил? Сережа, ты зачем перчатки на ноги надел? Это такие модные носки. Ты просто не разбираешься, потому что старая. Что ты сказал? Ничего. Ничего. Да откуда запах-то этот? Ну, пахнет же. Может, квартиру проветрить? Себя проветрить и душнилы. Что ты опять сказал? Ничего опять. Ничего опять. Так, дед, давай. Как таблетки твои называются? Я не помню. Ну, Господи, давай. Я буду название называть. Давай, давай. И если вспомнишь, скажешь. Кто ищет, тот всегда забыл. Сейчас все сделаем. Давай. Так, давай. Муколицидол. А это что, в шею не сводило? Ага. Так. Так. Маковистицин. Это для бровей. Чтоб шелковистые были. Так, это что? Муколициновая кислота. Это Господи. Для охлаждения пупка. Чего? Доживешь до моего возраста, узнаешь. Ай! Фу, обжегся. Встай сюда. Что-то не могу нигде найти. Дима, ты в кармане смотрел телефон свой? Ты что думаешь, что я совсем ж... Нашел. Пульт от телевизора месяц назад потерял. Стой. Нет, тоже нет. Может, в диване? Стоять. Ну-ка. Тоже нет. Может, в шкафу? Стой. Тоже нет. Холодильник, холодильник. Может, в холодильнике? Слушай, помнишь, ты на день рождения собаку хотел? Дарю. Что ты сказал? Фу. Чё? Фу. Фу. Чё? Фу, фу, говорю, запах какой везде. Тоже чувствуешь? Я тебе говорю, пахнет чем-то. Пахнет. А ты чё, в куртке? Это рубашка. Куртка. Рубашка. Куртка. Рубашка. Куртка. Рубашка. Куртка. Рубашка. Куртка. Рубашка. Сына, куртка. Я надеюсь, ты понимаешь, что ты один споришь, и дед спит давно. Куртка. 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 Папа, просыпайтесь. Жуки. Ты чё, блин, я только долепил. А ты кто? Вообще такой. Внук. Кто? Внук. А чё в пиджаке? Это куртка. А? Блин, рубашка, заразили меня. Дед, все пельмени испортил. Иди садись. Иди садись, говорю. Ага. Дима, помоги ему таблетки найти. Да я телефон ищу. Я сама поищу твой телефон. Давай. Давай, помоги мне. Стоягра? Тебе зачем стоягра?
Я уже не помню. Ха, вспомню! Ха, это чтобы в очереди в аптеку стоять. За стоягрой. Стоишь за стоягрой, покупаешь стоягру, пьешь стоягру, стоишь за стоягрой. Подсел я по ходу дела. Подожди, подожди, смотри. Опана я их искал. Опана я их искал, дай сюда. Дим, я не могу найти вообще телефон твой. Ну ты же не придурок, ты догадался на него позвонить сначала? Конечно. Ну? Дай телефон позвонить. Господи. Сейчас. Так, а где телефон мой? А мой телефон где? Телефон? Не знаю. В сейфе посмотри. А, да. Так, сейчас. Где-то... А, еще все. Что-то жужжит. О, таблетки нашел. Так, для памяти, для слуха, для зрения. Так что-то... Телефон. Алло, алло. Придурок. Слушай, а мы за воду заплатили, по-моему, и Жека звонили. Господи. Так, что тут еще? О, крыса дохлая. Господи. Так вот, что пахнет-то? Папа, откуда у вас в кармане его телефон и крыса дохлая? А-а-а, садитесь. Это долгая история. История связана с тем, что я увидел крысу, и мне нечем было ее убить. А нет, не такая уж и долгая получается. Господи. Все, пельмени готовы. Все, давайте, давайте к столу. Уберите, давай. Уберите давай, это давай, все давай, таблетки. А крысу давай, куда? Не надо никуда. Давайте, все, за стол, давайте так. Кому попадется счастливый пельмень, тот хоронит крысу. Хорошо? Я не буду есть. Будешь. Давай. Давайте. Угу. Я хочу поднять этот... Так, этот пельмень. Этот пельмень, потому что не пятница сегодня. За то, что все мы все нашли. Да, потому что кто ищет, тот всегда найдет. Вспомнил! Вот, конечно. Ой. Блин, давай крысу. Где лопата?